Я топаю в пенсионный фонд. Сейчас такой туман, хотя время уже первый час дня. Кстати, вот эта обувка оказалась нифига неудобной, которую я купила в магазине экономных цен. Так, когда мерила, оказалось, что все круто, все классно. По факту нет. Колодка неудобная. Ну, не просто так это дешевая обувь. Хотя, наверное, бывают исключения. У меня, например, нога очень привередлива. Короче, они мне жмут. Вообще, как-то непонятно. Хотя размер гигантский. Вот так. Смотрите, вид на Лавру в дымке. Здесь у нас МВидео и соцзащита здания. Это у нас школа Нива, где раньше занимался мой ребенок. Сначала дошкольным образованием старшая дочь, а потом и английским. А мне идти еще минут 10.